Вот, дорогие мои, продолжаем дальше. Вот сейчас мы заменим вот эту и посмотрим по характеристикам. Вот, видите, вот это лилипоп или маршалоу, а вот это киткет. Видите, какая оболочка офигенная. Ну, допустим, даже вот вы галерею смотрите, да? Ну, к примеру, да? Можно так вот выбрать, например, там спираль, да? Где там она? Вот, видите? Вот, видите, офигенно все летает. Видите, фотки ваши, там, как хотите ее. Видите, как это? О, летает как бы офигенно, да? То есть, там часы, там, не знаю, видите, все как-то красиво сделано. Вот, в отличие от этого, ну, не знаю, мне не нравится. Упрощено все как-то, блин. Ну, здесь, ну, даже, допустим, взять там аккумулятор, это калькулятор, видите, красивый какой сделан бы здесь, да? Там, не знаю, там расчеты все же. Ну, таким вот, по таким мелочам там, да, даже вот как бы, ну, взять вот какие там встроенные приложения, это еще у нас. Ну, даже тоже проигрыватель взять, да, например, там, взять проигрыватель там, берем там, что у нас там. Ну, например, там эквалайзер, да, допустим, настроить звук. Вот видите, здесь анимация такая другая, да, там, например, там, даже создать там, допустим, графический эквалайзер, видите, все подписано там, какие килогерцы, герцы, вот, да. Офигенно, да? То есть, как бы, здесь можно и по низам там прибавлять, убавлять, там, да, как хотите, там, вот эти вот бас, 3D, это, вот. Ну, здесь, в принципе, тоже, конечно, все это есть, но оболочка, как бы, сама по себе, как бы, сейчас, видите, можешь по этой, как бы, по этой галактике смотреть, что с Землей творится, там, видите, сверху, как кого-то вы там летаете в космосе и смотрите, там, как вращается Земля, Луна, как тень отбрасывает. То есть, очень интересное приложение, видите, наша Вселенная, как мы, где наше Солнце, видите, Солнце, оно там, да? Мы смотрим на него, где оно, Солнце, вот это. Ну вот. Где оно там? Вот оно сзади нас, да? Значит, туда тень должна падать. Вот оно, солнышко наше. Вот видите, оно еще по себе, видите, движется так. То есть это там, если оно так вращается, значит, полюс здесь северный, здесь вот южный. Или наоборот, северный здесь, а здесь южный. И вот мы вот это все изменяем. Можем там, как хотите, думать, как мы находимся и так далее в этом плане. Вот, и что я хотел еще сказать? А, ну, допустим, по проигрывателям, да? Ну, например, вот звук, конечно, по звуку, по произведению, вот это хорошо звучит очень. То есть микрофончики здесь и динамички хорошие стоят, ничего не могу сказать. Но вот по оформлению, вот оболочки, ну что это за оболочка, видите? Незрачная, невидная, невидимая какая-то. Ну не знаю, ребят. И что тембры там, так крутить, да, так вот как-то. Блин, ну что такое, не знаю. Даже вот это, ну тоже здесь, в принципе, все подписано, как бы, да. Тоже то же самое. Но по оформлению вот больше мне нравится вот такое вот оформление черненькое, да. Как бы там 2, 3, 1, там все вот это. Ну вот, бас там, да, 3D там. В общем, в таком духе, да? Давайте сейчас займемся, как, так сказать, нашим этим по камере, в принципе. Здесь видите, тоже всяких настроек, куча там, можно как профессиональным фотоаппаратом все понастроить и настроить. Так, сейчас мы войдем в экранчик, как бы, который у нас, где у нас эта программка. Вот, фон-инфо программка. И посмотрим сейчас батарею. Можно скриншот сразу сделать, в принципе, ребят, вот, например, как его, чтобы запомнить, да, вот эти счетчики, да, сколько еще счетчиков. И вот здесь вот у нас состояние батареи, вольтаж пишет, да, 3873. Вот. Ой, опять. 3873, где там у нас. Кстати, по количеству ядер до сих пор вот сейчас на десятке ставили в новый процессор, Samsung Galaxy Note имеет процессоры 2,7 ядро там, 2,7 частота. И вот у Note 4 тоже 2,7, только там 4 ядра. В общем, вот так вот как-то с прогрессом. Особо-то он как бы идет, конечно, но чтобы предпосылки купить что-то другое, нет такого. Ну, сейчас мы с помощью вот этой ручки... Так. Год, видите, пишет, что год, состояние хорошее. Ну ладно. Сейчас мы его отключим и вставим другую батарейку. Вот это еще. Видите, прошивочка еще старая. Здесь, видите, еще по-русски все написано. Видите, все-таки как красивше. Разноцветными здесь пишут все. Ну. Не то, что все старое меняется, но новое лучше, понимаете? Вот я какую мысль хочу донести до пользователей. Что вот эта оболочка очень красивая. И, в принципе, если бы вы сказали, о, какая-то суперсовременная новая оболочка сейчас появилась, красивая, на черном фоне, офигенная. Ну, вот. И все так подробно, виджеты, фиджеты, там, и очень, ну, как бы удобно она сделана. А сейчас, может быть, за новое, то, что старое было, понимаете, даже в десятке, к примеру. Ну, то, что уже было, выдают за новое. Ну, это как в моде, знаете, с длинного каблука на короткий переходит, потом наоборот. И все вроде как опять на новое все. Так, выключаем аппаратик.
меняем батарейку. Запомнили, да, там 3000 там с чем-то было, да? Вольтаж батареи, где у нас этот ярлычок для снятия. Вот видите, сейчас китайская батарея стоит. Вот такого плана, видите, 4200. Ну, конечно, там нет таких цифр. Вот ставим как бы бывшую родную, чтобы посмотреть, сколько там реальных, как бы, ватт, реальных милливольт, точнее, реальных. Все, сейчас поехал, он загрузится. Вот такая, видите, ручка S Pen O Note 2. Видите, есть такой язычок. Пальчиком поддевать его, чтобы удобно было доставать. Ну, тоже пишет, в принципе, хорошо. И заметочки можно на нем тоже делать, всякие рисуночки. Есть. А, забыл сказать про программку. Здесь есть, не знаю, у меня здесь есть, сейчас посмотрим. Там программка есть. С Pen Pen Up, по-моему, называется. Pen Up, где она? Сейчас посмотрим, ребят. Ищем Pen Up. Pen Up. Что-то не верно. Ну, факт такой, что там на этой программке люди рисуют свои рисуночки и потом как бы туда отсылают. Там такие шедевры есть нарисованы вот этой штукой, что офигеть можно. Вот. Сейчас посмотрим. Да, я просто вот люблю колокол. У нее колокол установил. А некоторые говорят, вот, ну, здесь мне так раздражают самсунговские звуки. У вас не другой какой-нибудь звук установил. Ведь Android это позволяет. Это же тебе, как бы, никто не ограничит тебе. Мне вместо какого-нибудь звука поставить другой звук. Любой поставь, какой тебе нравится. Хоть там ме, хоть бе, там. Мне вот колокол нравится, когда приходят смс-ки или оповещения какие-то. А некоторые прям блогеры пишут, вот, мне там супер-пупер не нравится, раздражает Samsung только из-за того, что там оповещение самсунговское, это дебильное. Ну, возьми другой дебильный, поставь оповещение, чтобы не быть дебилом там самим-то. Ладно, давайте инфопост посмотрим и все. И на этом ролик заканчиваем, а то я так уже затянулся, дофига это долгое время. Пишем уже. Кстати, что-то я забыл уже, сколько сам этот аппарат у нас ядер-то имеет. Типа что. Давайте посмотрим активный. На версии ядра. Сколько ядер-то? KitKat. Оболочка. Андроида. Ну, в общем, 1,8 или 1,5, где-то так вот, я не помню сейчас точно. Ну, в общем, вы там сами можете посмотреть, ну, Note 2, сколько там этих, как бы, ядер там. Так, вот видите, состояние батареи 3900, это старая, видите, миллиампер. И то более-менее ничего себе, в принципе, еще может. Ну, конечно, они там долго не держат, но пользоваться, ну, можно там, ну, почаще придется заряжать. Вот какая-то такая у нас тема, вот видите, можно брать такие вот аккумуляторы, они, в принципе, 300 рублей там стоят, наверное. Можно заказать бесплатную доставку, вам прям потом могут даже почтовый ящик кинуть, чтобы никуда не ходить. Ну, это начина, и все. Ну, вот. Ну, я, например, покупаю у нас уже, не через AliExpress заказываю, а здесь у нас есть, фирма называется directparts.ru. Вот она прям рядом с моим домом, на велосипеде проехался, забрал аккумулятор, все. 330 рублей стоит, и плюс они гарантию дают. Чек на полгода. То есть, в принципе, по этому чеку можно на другой поменять, если у вас что-то будет ключить. Бывает отключаться, включаться он плохо там, или перезагружаться начинает телефон из-за этого аккумулятора. Просто подвозите вместе с чеком, меняете все. Я вот, у меня такой был, я прям подъехал, прям вместе с чеком поменяли все. То есть никаких проблем. Это лучший вариант, чем покупать не знамо чего на Алиэкспрессе. То есть может вам прийти аккумулятор не работающий, и придется вам открывать споры и отправлять, то есть не отправлять, а ну, чтобы ждать возвращения денег обратно. Кстати, у меня такой был с аккумулятором на квадрокоптер. Пришел нерабочий, я просто взял да отправил его обратно. То есть сам аккумулятор остался у меня. Он не работал. Вот их реально я там отснял видео, что он включаешь квадрокоптер, не работает. Отснял, отправил. Вот. И мне вернули деньги за него. Правда, он там 150 рублей всего стоил. Ну, все равно хоть как-то, да, вернули деньги за него. И без проблем. Вот. И главное, что удивительно, я потом когда стал ковыряться с ним. Я туда-сюда. Там еще несколько раз так делал. И у меня бац, он ожил. А, то есть пошел вольтаж какой-то на него подзаряжаться, понимаете? То есть видно, какой-то там чип стоит, который отрубает его. И стоит, зарядился, и сейчас, в принципе, он рабочий. И это, конечно, перед фирмой китайскими неудобно, что. Ну, с одной стороны, это реально он пришел не рабочий. Но мне пришлось его это. Я его оживил, как бы это аккумулятор для квадрокоптера. У меня он сейчас летает. Вот так вот на нем. Так что вот как-то так, ребят. Все, до свидания, спасибо за просмотр.